В Беларуси изменилось страховое законодательство, инновации содержатся сразу в нескольких сферах. Так снижаются тарифы обязательного страхования недвижимости. Изменяется срок заключения договора на страховку жизни и дополнительной пенсии с 3 лет до года. А автогражданку можно будет оформить в электронном виде. Помимо этого увеличен размер страховой выплаты при оформлении ДТП без вызова сотрудников ГАИ с 400 до 800 евро. Документ также закрепляет снижение взносов для электромобилей, гибридных автомобилей почти на 40%.